Кстати, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о работе общественной палаты. Тем более, что, с одной стороны, эта тема у нас уже всплывает не первый раз за последнее время. Я имею в виду тема в рамках нашей программы. А с другой стороны, город готовится к форуму, большому форуму, который называется «Гражданская солидарность». Это будет первый подобный форум в Краснодаре, о нем мы тоже сегодня поговорим. А гость нашей сегодняшней программы – руководитель комиссии по вопросам экономики, инвесторазвития, строительства, экологии, охраны окружающей среды, промышленности и агропромышленного сектора общественной палаты. Валерий Сивак, здравствуйте. Валерий. Здравствуйте. Владимирович, но мы уже говорили с вашими коллегами, что для города Краснодара общественная палата, ну, достаточно новое такое образование, ну, чуть больше года она работает. Хотя институт общественных палат существует уже в нашей стране достаточно давно. Есть федеральная, есть краевая общественная палата. На ваш взгляд, сейчас городская общественная палата, она еще только, как бы сказать, ну, выходит такой некий рабочий режим, да? или мы уже этого рабочего режима добились, и мы уже сейчас работаем ну, такое впечатление что не первый год Ну, есть такая пословица первый блин с знакомым но я надеюсь что это не про а наша ну, не нашу палату не про нашу организацию я считаю что мы добились уже определенной стабильности в понимании своей работы общественную палату возглавляют два умудренных опытом руководителя Пользуясь случаем, себе позволить, ввиду того, что организация все-таки молодая, назвать их. Это Ткаченко Юрий Николаевич, председатель, mm -hmm. и Коломийцев Игорь Павлович, заместитель. Мы определили форматы э, своей работы. Это, прежде всего, дискуссионные площадки, круглые столы, рабочие группы, э, общественная экспертиза, э, советы, пленарные заседания, э, самой непосредственно общественной палаты. Есть много площадок, где... Члены Общественной палаты также трудятся, представляют ее. Если есть необходимость, могу их всех назвать. Нет, да, они я, я очень надеюсь, да, что они все так или иначе появятся в нашей студии. Если нет до форума, то может быть сразу после него. Хотя буду стараться, как как ведущий, ведущий этой программы, чтобы здесь у нас эти люди появились. Я вот, если говорить о вашей комиссии, вот смотрите, получается у нас вопросы экономики, инвестразвития, строительства, экологии, охраны окружающей среды, промышленности и агропромышленного сектора. То есть, если переносить это все на там, структуру городской администрации, структуру исполнительной власти, да, то это такой экономический сектор, причем в большей степени, который создает как сказать, доходную часть бюджета. Насколько, скажем так, общественность города Краснодара готова заниматься вопрос, на ваш взгляд, за, готова заниматься вопросами именно экономики города да, и дальнейшего экономического развития Краснодара? Начну с первой фазы вашего вопроса. Комиссия да, имеет действительно сложное название и охватывает достаточно скажем, разноплавные интересы из жизни города. Но это определено прежде всего тем, что у нас шесть комиссий, а по возможности нужно охватить всю социальную да. и экономическую жизнь города Краснодара. Ввиду этого нашей комиссии достался вот такой формат работы. Что касается второй ее части... Людей, заинтересованных в процветании города Краснодара, в том числе от общественности, достаточно много. Они присутствуют на разных площадках, проводимых как общественной палатой, так и муниципальным образованием города Краснодар, в том числе, где мы присутствовали в качестве приглашенных. И я хочу сказать, что экспертное сообщество в этих общественных mm -hmm. организациях достаточно сильно. Если мы э, все больше э, пока в начале своей работы Опираемся на общественную экспертизу. Они уже определяются в своей работе на экспертов высокого, достаточно, как я мог убедиться, класса, которые глубоко понимают проблемы города и иногда своими вопросами ставят в тупик, выражая свою позицию на обсуждениях, которые идут на площадках города Краснодара, как то публичные слушания, защита каких-то проектов. То есть э, людей неравнодушных, имеющих понимание, готовых э, принести благо на пользу города достаточное количество. Вот, кстати, по поводу экспертов, насколько э, насколько э, тяжело, да, э, там заполучить, если можно так сказать, да, для себя эксперта там, в том или ином вопросе, эксперта высокого уровня. Я поясню свой вопрос. Да, ведь считается, ну что там, все деньги в Москве, да, там, все деньги в Федерации, ну в лучшем случае все деньги в крае. Да, экспертов, достаточно серьезных и сильных экспертов, которые разбираются в техниках, достаточно много. Да, ну а что заниматься муниципалитетом, ну, сколько, сколько здесь тех, 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 тех самых денег. Достаточно ли у нас в городе, в крае, Действительно, как вы говорите, серьезных экспертов, которые могут э, помочь, в том числе помочь и власти для того, чтобы выстроить эту работу, причем выстроить работу, которая давала бы возможность экономического роста. Я считаю, что, безусловно, их достаточно много, неравнодушных людей, но пока на начале, начальной стадии своей работы мы в основном ориентируемся на некие личные свои связи, знакомства из uh -huh. предыдущей своей жизни, где мы знали этих людей по предыдущей работе или текущей работе. Они реально в городе существуют. Это понятно, это уже непреложная истина. Другой момент, что ну, нам нужно, чтобы они увидели нас, общественную палату, что мы есть. И вот эта коммуникация, скажем, пришла к какому-то рабочему состоянию. На сегодняшний день, да, действительно, есть экспертный какой-то сложный вопрос. Зачастую не всегда знаешь, к кому обратиться. Хотя... Когда проходят наши площадки, дискуссионные клубы, заседания комиссии, угу. мы видим, что эти люди приходят как по приглашению, так и сами и выражают свою какую-то экспертную оценку тех или иных вопросов. Ну это же, мне кажется тоже, да, мы говорим о том, что да, общественная палата это такой некий мост двустороннего движения между э, администрацией, да, между между властью и между э, гражданами, между жителями города. Мне кажется, это такой же мост и для тех же экспертов, которые могут донести свое видение и э, с, с, свой план развития э, к той же самой власти, помимо того, что власть может э, попросить совета, что называется у профессионала. Безусловно, вы правы, здесь нечего возразить. И подтверждение этого общественная палата приняла решение о проведении своего форума, который мы надеемся будет ежегодный, форум общественных организаций, и где в лице нашей комиссии будут освещаться и обсуждаться вопросы экономики. И мы надеемся при обсуждении этих перспективных вопросов экономического развития города Краснодара, эти люди будут на нашей площадке, на форуме и выскажут свою позицию. И мы узнаем друг друга, они смогут реализовать свое понимание, знания и опыт, и желание воплотить в жизнь города Краснодара свои идеи, а мы в свою очередь выслушаем их, их выслушают представители администрации, которые будут в том числе на этой площадке. И это будет тем самым механизмом удовлетворения интересов как со стороны общественности, так и муниципальных властей для коллективного желания улучшить город Краснодар, его экономику. И город муниципальное образование город Краснодар желает слушать общественные организации. Мы пытаемся стать той площадкой, где они смогут их услышать. Ну, если позволите, вот о форуме я так понимаю, вы имели в виду форум как раз гражданская солидарность, да? да. Мы, мы поговорим, если позволите, чуть-чуть позже после после перерыва, после рекламного блока, чтобы ну, не рвать просто эту тему. Сейчас я вернусь к работе комиссии. Вот. Опять же, бытует такое мнение, и оно, мне кажется, очень часто даже искусственно насаждается, что молодежь у нас инертна, да? молодежь занята только собой, молодежь занята, там, я не знаю, улучшением своего благосостояния, на, на окружающих им, по большому счету, наплевать, с одной стороны, а с другой стороны, самая активная общественность у нас, что называется, там, ну, где-то 60+, плюс, да, вот они, везде они везде собираются они везде готовы давать советы хотя при этом мало что понимают современной экономики бытует такое мнение на ваш взгляд насколько в общественной жизни города готовы принимать участие молодежь или люди среднего поколения мне вспомнилось после вашей реплики одно из занятий в школе Краснодара когда вела занятия наша учительница, и она повторила истину, которая прошла к ней через ее жизнь, где говорилось о том, что вот в наше время были, а вы, молодое поколение... Это, скажем, занятие в школе было уже больше 30 или 40 лет примерно тому назад. Mm -hmm. Соответственно, она говорила про свои школьные годы, когда еще было это 80 лет назад. То есть время течет, повторяется, и мы говорить можем лишь о том, что молодежь была, есть и будет. И она всегда будет, по возможности, лучше, чем мы, потому что улучшается Вообще общие социально-экономические возможности страны, города, более, больше площадок, где молодежь может что-то познать интересное и воплотить себя. И последние олимпиады, которые мы можем увидеть, где наши молодые умы завоевывают первые медали, привозят золото в Россию, лишь подтверждает то, что никуда молодежь не делась, она с нами. И она, скорее всего, думаю, будет не хуже, а лучше нас. А тогда еще один момент. Вот к вам, я прекрасно понимаю, да, когда мы говорим об экономике, а здесь практически все вопросы, которые относятся к работе вашей комиссии, они так или иначе связаны с экономикой. Очень большой такой соблазн, знаете, там некому или там неким представителям бизнеса прийти и якобы через там, некую гражданскую или общественную инициативу пролоббировать те или иные свои интересы. Такие случаи были у вас? Да, безусловно, зачастую в обращениях просматриваются некие свои корыстные интересы, но Общественная Палата имеет помимо председателей комиссии и комиссий на членов комиссии на которых рассматриваются эти вопросы еще и опытных юристов и мы в состоянии не только через свое общественное понимание, но и с привлечением юристов понять где здесь лежит вопрос заданный где душа болит да а где, а где где карман тянет. лоббируются интересы и естественно мы рады помочь тех и тем кто работает на гражданскую инициативу и где касается своих личных интересов. Здесь мы абстрагируемся. Валерий Владимирович, форум состоится уже в декабре, это 5, 5 декабря, если я правильно, да, правильно. правильно помню. Вот, опять же, вы для себя и там, ваш комитет, и вообще общественная палата, вот этот форум, гражданская солидарность, рассматриваете, как. Ну, э, скажем так, некий, некое подведение итогов, а мы говорим, что палата существует чуть больше года, да, просто посмотреть, что мы уже сделали, и, и как-то отчитаться. Или форум ⁇ это такая попытка построить планы на ближайшую перспективу, в том числе и в работе Общественной палаты, и дальше уже эти планы реализовывать, ну, по, после форума? Ну, я считаю, что это не подведение итогов, это текущая работа Общественной палаты, и главное событие, главное мероприятие у общественной палаты в текущем году. Его можно сравнить с праздником города Краснодара для муниципального образования города Краснодар. При этом для самих служащих муниципального образования это прежде всего работа, так же как и для членов общественной палаты. А для жителей города Краснодара праздник города это отдых, это возможность познать себя и возможность проявить себя на разных mm -hmm. площадках, где проходят те или иные мероприятия города. Так и те площадки, которые предполагается провести на форуме, это прежде всего возможность общественным организациям заявить о том, что они реально активны, жизнеспособны, проявляют к интересам гор, гора и желают реализовать свои знания и возможности в виде дискуссий, которые будут проходить на пленарных заседаниях. Ну и по результатам этих дискуссий на шести площадках, которые будут на форуме будет уже формироваться в связи с ихними пожеланиями, осмыслениями, некие наши перспективные планы mm -hmm. уже на развитие и продвижение э, тех вопросов, которые были обсуждены на этих площадках и в том числе планах работы Общественной палаты города Краснодара. Тогда вот еще один такой момент. Здесь в этой студии не так давно мы общались с Игорем Павловичем Коломитовым, который является заместителем председателя Общественной палаты э, города Краснодара. И он э, так обронил фразу о том, что, ну, по Сначала, когда мы форум э, планировали, были одни вопросы, потом была внесена определенная корректировка и мы будем достаточно активно ну, вы будете достаточно активно э, обсуждать план э, социально-экономического развития ну, в данном случае там краснодара, краснодарского края для вас, как для человека, который возглавляет комиссию, связанную как раз с экономикой, насколько, скажем так, радостной была вот та идея, которую приняли в конце, которую вынесли сейчас в основную повестку Дня работы форума? Насколько для вас это важно, да? Вы имеете в виду повестка дня, которая будет рассматривать комиссия? Нет, которую будет рассматривать и форум в целом, да, и, наверняка, ваша секция в рамках работы этого форума. Ну, у каждой комиссии свои вопросы, и у нас как шесть площадок, так и шесть комиссий, которые представляют те или иные вопросы, причем они совершенно разноплановые. То, что касается моей площадки, это речь идет о перспективах развития экономики города Краснодара и экспертизе экономики города Краснодара. Мне интересно, безусловно, не только как председателю комиссии, но и как человеку. Я, погрузившись в эту тему, работая с экспертами, узнал для себя достаточно много интересного, что, оказывается, перспективных проектов для города Краснодара считается больше 40 вообще. Угу. Мы для своей площадки попытались остановиться на пяти, но в результате предварительного проведенного круглого стола поняли, что больше чем две темы мы не сможем рассмотреть ввиду отсутствия времени, поскольку нам отдается два часа на дискуссии и обсуждение этих площадок. Мы будем останавливаться на двух из них. Это перспективах развития аэропорта города Краснодара и индустриальных парках. Я скажу, что очень будет удивительно для общественных организаций и представителей узнать, какие возможности открываются в связи с перспективами только этих двух проектов. Uh -huh. Так на сегодняшний день уже зарезервировано порядка 600 гектар под новый проект, а их вообще предполагается более 2000 гектар. Uh -huh. Там будет не только новый аэропорт с новыми возможностями и возможности принимать любые виды самолетов, но и новый железнодорожный вокзал города, который будет перехватывать э, железнодорожные поезда дальнего следования и уже производить перераспределение их по различным направлениям Краснодарского края. Но это и уже прямо хаб такой получается? Это да, так, да, так, так, так и региональный... называется, называется хаб. Было дано понимание, что я тоже для себя с интересом был, узнал, что москвичи путают два города в России, это Краснодар и Красноярск. Так вот эти два города объединяют. что? У них обоих уникальное расположение в своих регионах. Mm -hmm. По мнению специалистов компании Ernst Young, которые ведут эту экспертную оценку, они считают, Краснодар обладает тем самым уникальным расположением, когда он может выполнять роль хаба, распределяя потоки не только пассажирские, но и грузовые. То есть поэтому здесь планируется и железнодорожный вокзал, куда будут приходить грузы, и аэропорт не только пассажирский, но и грузовой, mm -hmm. где перераспределение будет и потоков груза и людские распределения, и на ближайшее дальнее зарубежье. То есть открываются настолько шикарные перспективы. Для краснодарцев могу сказать, что если это произойдет, мы сможем летать не через Москву, а напрямую из Краснодара в различные страны мира. И забудем про те времена, когда вынуждены были терять свои драгоценные Деньги. часы на перелеты в Москву, в Питер или иные города, откуда можно было куда-то об этом добраться. Ну тогда, мы, раз уж мы об этом тогда заговорили, я так понимаю, потоки грузов, вот эта логистика, она подстегнет экономику. То есть, это дополнительные налоги, это дополнительные деньги в бюджет, а, -а дальше нужно будет решать, куда их девать. я думаю, когда деньги будут, девать, куда их дойдется, лишь бы они были. А я, безусловно, с вами согласен. Конечно, почему мы выносим на сегодняшний день повесткой номер один нашего пленарного заседания нашей площадки именно аэропорт, потому что гигантские возможности, гигантские суммы, которые туда будут вложены, это, естественно, сильно подклеснет экономику города, даст новые перспективы, новые возможности, и не только в социальном плане, но и в экономике города. Естественно, когда новые деньги придут в город, это новые дороги, новые коммуникации, это много ничего другого. Ну тогда, вот смотрите, вы сами сказали о том, что проектов да, там, дальнейшего развития города Краснодара существует там порядка 40. Вы выбирали 5, остановились на 2. На, на Даже если предположить, да, что вот эти э, не, не вошедшие в, в пленарное заседание еще три вопроса из э, первой пятерки, они тоже достаточно важны для Краснодара. А дальше мы будем год ждать до следующего форума, чтобы их обсудить? Или есть какая-то возможность собрать те же самых экспертов, собрать общественников и обсудить этот ну, в какой-то ближайшей перспективе уже после форума? Вот большой плюс сегодняшнего форума в том, что были обозначены те перспективы, которые могут попасть на круглые столы общественной палаты города Краснодара. Естественно, все темы мы планируем в какой-то перспективе одна за одной обсудить у себя на круглых столах общественной палаты. Это называется в рабочем порядке. Да? Уже в рабочем порядке. И не останется без внимания, я надеюсь, ни одна из этих тем. Это будет, конечно, я думаю, очень интересно и общественным городе, и деловым людям, и бизнесу, которые, у которых возникнет понимание э, перспективы развития экономики города и какие возможности в связи с этим открываются. Еще один момент. Я, опять же, задавал этот вопрос вашим коллегам, руководителям площадок. Да, вот задам его э, вам. А э, все ли, скажем так, э, те эксперты, которых вы хотели бы э, видеть в работе вашей площадки, э, дали уже согласие? Да, или с кем-то еще придется поработать? Или кто-то, ну, там, в силу разных причин не сможет быть в, этот, в, это, в это время в городе? Насколько, на ваш взгляд, ну вот это экспертное сообщество будет, ну что называется, солидным, да, таким легитимным. К сожалению, возможности форума ограничены, общее количество приглашенных, которые может быть увидеть место проведения форума, не больше 240 человек, зал ограничен, и площадки наши тоже ограничены. И все желающие, которых мы бы хотели пригласить, или они хотели бы попасть, попасть не смогут. Мы попытались найти самых активных, самых, скажем так, погруженных в тему обсуждаемых вопросов на площадке и их пригласить. Конечно, этих людей много, их будет гораздо больше, и мы рады будем всех их увидеть уже на наших круглых столах в общественной палате города. Вот тогда, кстати, по поводу у нас не так много времени остается до конца программы, тогда уже вот о том, что будет после форума, я, ну, я, я надеюсь на это, да, и я, я, я в это э, свято верю, что вот такой форум, да, это, э, да, с одной стороны, э, э, люди собрались поговорить, поработать, наметить какие-то перспективы, но с другой стороны, форум, который пройдет, мне кажется, может стать очень мощным таким, э, не знаю, рекламным двигателем работы Общественной палаты. Я больше, чем уверен, что и в работе. Форума и после него э, захотят принять участие, э, ну, еще какие-то дополнительные люди, дополнительные общественники, дополнительные эксперты, э, дополнительные неравнодушные граждане. Вы готовы к тому, что, ну скажем так, работать придется с еще большей аудиторией после форума? Мы и затевали это мероприятие как форум гражданскую солидарность, именно для того, чтобы эти общественные организации, неравнодушные гражданско активные. Жители города Краснодара узнали нас, увидели нас, и мы вместе с ними включились в процесс, для которого мы были созданы. Поэтому цели и задачи этого форума именно на это были и направлены. И именно это мы и ожидаем от итогов этого мероприятия, что еще большее количество активно-социальных, заинтересованных общественных организаций жителей города узнают о нас и включатся вместе с нами в эту работу. То есть дополнительной работы вы не боитесь? Ну, скажем так, у нас еще есть перспектива для расширения своих возможностей в этом направлении. Спасибо большое, Валерий Владимирович, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о работе общественной палаты. Мы сегодня говорили о предстоящем первом городском форуме «Гражданская солидарность». А гостем нашей сегодняшней программы был руководитель комиссии по вопросам экономики, инвесторазвития, строительства, экологии, охраны окружающей среды среды, промышленности и агропромышленного сектора общественной палаты. Валерий Сивак, еще раз большое спасибо. Но ну и прежде чем попрощаться, напомню, что каждый четверг на нашем сайте tvkrasnodar.ru мы выкладываем тему наших ближайших программ. Вы можете оставлять свои вопросы, и они обязательно прозвучат в эфире. А на сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. До свидания.